Приветствую вас. Вы знаете, я думаю, что вы оказались в таком классическом любовном треугольнике. Вот, и я не очень понял, почему вся эта ситуация вообще стала для вас возможной, если вы говорите, что своего молодого человека любите, и зачем для звонка его, зачем вообще его посвящать в эту всю историю, если человек сейчас в армии, и после того, как он об этом знает, он будет переживать, он будет нервничать, и если у него есть чуть-чуть гордости, он, конечно, скажет, что чувств у него нет к вам. Или они есть, но он там не уверен, или что-то типа того. Вот. С другой стороны, если вы говорите, что любите его, если вы говорите, что любите мужчину, то для меня вот это загадкой, зачем тогда бежится эта ситуация, вы просто этому парню, который вас влюбился, вы просто говорите ему по факту, что вот то, что я тебе могу дать, это там дружба или брат-сестра и все. Но в целом отношения у вас несколько странные вообще, вы говорите, что ваш парень, который сейчас в армии, познакомил вас с двумя своими друзьями, на оценку у него не было отца и проблемы с ними, и поэтому так получилось, в смысле так получилось. То есть как связано то, что он познакомил вас со своими двумя друзьями, на оценку, на какую оценку вообще? Кто что у кого оценивал? Я не понял. Просто вот кто что у кого оценивал. Как это связано с тем, что у него не было отца? У вашего парня, который в армии. Как это связано? Вот, и дальше, если вне зависимости от того, что парень скажет по телефону, вы все равно собираетесь его дождаться, зачем говорить, зачем туда звонить, если вы так или иначе как бы решаете все оставить. Непонятно. Вот, дальше. По поводу брата и сестры. Я вот не очень понял, в каком смысле вы это все употребляете. Что вот друг моего парня стал мне братом, я ему сестрой. Странно. Ну, брат и сестра, они как бы друг другу, ну, они вряд ли могут друг друга любить. Ну, это у вас уже нет отношений брат и сестра, потому что один из вас, да, испытывает чувство другому. То есть ваш друг, парень, да, он любит вас, он любит вас. И это уже не брат и сестра, это уже что-то другое. Вот, ну и в целом вся эта история про то, что вы стали братом и сестрой, странно. Особенно с учетом того, что прошло 4 месяца. То есть, друзья, да, может, но не брат и сестра. И вопрос, а как у вас обстоят дела с вашими собственными друзьями, со своим окружением? Что вы сближаетесь с друзьями своего парня? Это такой момент. А второй момент, почему вы сомневаетесь в своем парне, который в армии?
То есть почему бы сказать, что он сомневается в своих чувствах? У вас есть сомнения в чувствах к нему? То есть вот здесь, мне кажется, нужно вам действительно как-то вот в себе разобраться. И тогда уже будет ясно, как дальше поступать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.